Добрый день. Мы находимся в стенах областного медиа-центра. Работаем в прямом эфире. Трансляция пресс-конференции организована на интернет-портале ulpravda.ru. Сегодня вместе с экспертами мы обсудим вопросы диспансеризации населения. Еще одной темой станет и старт прививочной кампании против гриппа. В студии присутствует Инна Борисовна Митрофанова, заместитель главы города Ульяновска, Денис Сергеевич Французов, советник главы города по вопросам здравоохранения. С нами сегодня работают и эксперты в области здравоохранения, это руководители городских учреждений здравоохранения. Татьяна Александровна Кабакова, главный врач городской поликлиники номер 1 имени Кирова, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения Российской Федерации. Ирина Юрьевна Захарчева, исполняющая обязанности заведующей поликлиники номер 2, Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России Валерия Александровича Егорова. Мы рады вас видеть. Эксперты помогут разобраться в нюансах диспансеризации и расскажут, так делать прививку от гриппа или нет. Инна Борисовна, какое значение сегодня городская власть придает вопросам диспансеризации населения Ульяновска? Добрый день, уважаемые жители города Ульяновска. Хочется отметить, что в последний год мы очень плотно занимаемся реализацией национальных проектов, которые поставил президент Российской Федерации. Это национальные проекты образования, демография, здравоохранение и многие другие. И мы считаем, что вот в рамках этих проектов один из важных – это здравоохранение. В проекте здравоохранения огромное место уделяется вопросам диспансеризации, и все уровни власти, все ветви власти подключились к реализации данных направлений. Хочется отметить, что председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым подписано распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах. В соответствии с этим губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов поручил разработать комплекс мер по повышению охвата населения профилактическими осмотрами для сохранения и укрепления здоровья. И уже хочется отметить, что этот комплекс разработан. И глава города Ульяновска Сергей Сергеевич Панчел взял на особый контроль проведение диспансеризации. У нас в администрации регулярно проходят совещания, пресс-конференции, рабочие встречи с руководителями здравоохранения, с руководителями лечебных учреждений, представителями Министерства здравоохранения, и где рассматривается вопросы хода проведения всероссийской диспансеризации. Мы рассматриваем проблемные вопросы, пути решения, поэтому сейчас глава города ставит перед нами задачу быть более внимательными и ответственными, контролировать как ход проведения диспансеризации, так и эффективность выполнения задач по снижению смертности, повышению продолжительности жизни населения, продолжительности жизни населения и здоровья работающего. Поэтому все эти вопросы как раз обозначены в национальных проектах демографии и здравоохранения и будут влиять на исполнение тех задач, которые в них ставятся. Сегодняшний день диктует нам такие задачи – переформатировать нашу работу по многим направлениям, начиная с того, что мы должны информировать население о тех пунктах, в которых можно проходить диспансеризацию, о тех направлениях, по которым она должна идти, и убедить население, что диспансеризация важна для того, чтобы укреплять и сохранять наше здоровье. Поэтому работа органов исполнительной власти на всех уровнях в этом направлении должна быть слаженной, организованной, системной. И мы, администрация города Ульяновска, будем использовать весь ресурс для улучшения показателей как раз исполнения целей и задач национального проекта здравоохранения в направлении охвата населения диспансеризацией. О каких мероприятиях в части диспансеризации ульяновцев идет речь? Наверное, вопрос к вам, Денис Сергеевич, как профильному советнику главы города. Пожалуйста.
Но основная задача муниципалитета, как уже отметила Инна Борисовна, это мотивация населения именно к сохранению своего здоровья. Так, в частности, это диспансеризация. А на сегодняшний день отделом охраны здоровья администрации города Ульяновск уже была разработана листовка, в которой были указаны основные правила прохождения, где можно пройти данную диспансеризацию, перечислены все лечебные учреждения, их рабочее время, и не только вечерние, но и выходные дни. Эта информация была распространена в местах массового посещения людей. Так, например, городская теплосеть разместила объявление на своих объектах. Контакт-центр при главе города Ульяновска на информационных стендах в ТОСах, на Ульяновской электротранс на информационных досках на трамваях и так далее. Также мы эти листовки и важность диспансеризации распространяем на проведение поездов здоровья и не только на территории и пригородной зоне города, также и на предприятиях. Так, например, отделом охраны здоровья были разосланы приглашения и руководителям различных предприятий, не только государственных, бюджетных, муниципальных, но также и частных. И вот уже в настоящее время мы выходили на такие предприятия, как Ульяновск электротранс, Ульяновск водоканал, Ульгэс, где была проходила встреча с трудовыми коллективами. Были присутствовали представители лечебных учреждений, как, например, с первой поликлиники имени Кирова. На данном мероприятии мы напомнили, что действует распоряжение, которое ввел нам наш президент Владимир Владимирович Путин. А также были разработаны нами листовки о правилах прохождения. Также выступал представитель капитала медицинского страхования, представитель лечебного учреждения, также рассказали, где и как и в какое время пройти, и отвечали на все заданные вопросы. На сегодняшний день прорабатывается возможность выезда мобильных бригад прямо конкретно на предприятия для прохождения диспансеризации. Я думаю, нам это удастся. Своего выступления о выездных бригадах. А вот, например, в городской поликлинике, которая расположена в самом центре города, в Ленинском районе, Татьяна Александровна, в вашей поликлинике есть такая практика, опыт работы выездных бригад? Ну да, такая практика, конечно, имеется не только в этом текущем 2019 году, но мы ее используем уже годами. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 124Н от 13 марта этого года, 19-го, который определяет порядок работы с населением в рамках всероссийской диспансеризации, и определены наличие и возможность работы мобильных бригад, которые состоят из одного врача и 3-4 средних медицинских работников. В своей практике мы это используем следующим образом. Начали мы эту практику использовать в текущем году в летний период, когда активность населения все-таки была недостаточной, и мы решили, что вот эти мобильные бригады должны приблизиться к месту проживания населения с целью проведения диспансеризации маломобильным и пожилым гражданам. И на самом деле мы такую работу начали с июня. По настоящее время проводим это еженедельно, каждую субботу. И обязательно выезжаем в какой-то определенный жилой дом. Но это у нас много очень больших домов, которые многоподъездные, в которых несколько сотен людей живут. Поэтому мы туда выезжаем, заранее информируем население, определяем со старшими по домам, где мы будем проводить вот это осмотр в рамках диспансеризации. И, я бы сказала, успешно проводим эту работу. На сегодняшнее время, если это интересно, около 20 выездов мы уже сделали, более 200 человек осмотрели, но я еще раз повторяю, это маломобильные, пожилые, которым трудно, конечно, выходить из своих жилых помещений и добираться даже в поликлинике, если она рядом находится. Я бы хотела еще несколько слов сказать о тех добровольных помощниках, которые нам и организуют, помогают в организации проведения диспансеризации. Это в основном старшие по домам, с которыми мы нашли хороший контакт со многими. И я хотела бы назвать и отметить Козлова Александра Ивановича,
Это улица Орлова, дом 2. У нас буквально в эту пятницу там состоится и диспансеризация, и вакцинация как от гриппа, так и от пневмококковой инфекции. Также Молчанова Виктора Павловича, это Робеспьера 128, Лисковец Ирину Петровну, Крулюницкого, дом 3. И у нас таких помощников еще достаточно. Я их благодарю. Вот сегодня пользуюсь этим случаем. Спасибо вам большое. Татьяна Александровна, ну я в свою очередь, наверное, приглашу средства массовой информации именно в дом номер 2 по улице Орлова в эту пятницу посмотреть, как же проходит работа и как вот буквально на дому вы можете пройти диспансеризацию. Ирина Юрьевна, вопрос к вам. Вы как эксперт, врач, расскажите подробнее о важности процедуры диспансеризации, зачем данную процедуру необходимо проходить, где это можно сделать, ну и, собственно, какие-то документы, наверное, необходимы. Добрый день, жители Ульяновска, Ульяновской области. Добрый день, присутствующие здесь на пресс-конференции. Спасибо вам за вопрос. Из-за всего спектра вопросов мне хотелось бы в первую очередь ответить на вопрос «кому?». И вот на этот вопрос я бы кратко бы ответила «всем». Дело в том, что новый приказ 124-Н о порядке прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения объединил ранее два существующих приказа по профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации взрослого населения. По новому приказу все жители, значит, должны пройти либо профилактический медицинский осмотр, либо диспансеризацию. Значит, работающие, неработающие, сделан акцент на учащихся образовательных, значит, служб. Значит, изменения внесены в этот приказ и по возрасту. Если раньше диспансеризация у нас проводилась с 18 лет, то сейчас, с 21 года, то сейчас она проводится с 18 лет. И пользуясь случаем, я очень хотелось бы обратиться к жителям Ульяновской области, чтобы, значит, все жители проявили активность и обратились в лечебное учреждение, в то лечебное учреждение, где они проходят медицинское лечение, обследование для прохождения либо профилактического медицинского осмотра, если это лица до 40 лет, либо диспансеризации, если это лица старше 40 лет. То есть мы готовы вас встретить, мы вас ждем. У нас создано целое отделение медицинской профилактики, которое занимается только этими вопросами. Необходимо с паспортом, страховым полисом обратиться в регистратуру и обратиться либо записаться на прием к лечащему врачу, либо сразу напрямую обратиться в отделение медицинской профилактики, и там уже подготовленные специалисты вам дадут полную консультирование по данному вопросу. И в первый же день, значит, обращение будет проведено, первый этап – это профилактическое медицинское обследование. Для чего эта диспансеризация нужна и какова его важность? Я думаю, что все жители Ульяновской области знают, что легче предупредить заболевание, нежели его лечить. Об этом знают все с еще очень давних времен. И, конечно, вот эта диспансеризация наша, она направлена на то, чтобы выявлять ранние стадии хронических заболеваний, которые влияют на продолжительность жизни. А также очень многие жители нашей области иногда даже не подозревают о наличии скрытых нарушений, значит, здоровья и факторах их развития. То есть в рамках диспансеризации проводится индивидуальное консультирование по хроническим заболеваниям и факторам их развития, что очень важно. Более того, значит, выделяются группы здоровья, выделяются группы диспансерного наблюдения. И если пациенту нужно дальнейшее лечение, обследование, все лечение оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. В рамках нового приказа внедряются скрининговые методы обследования, которые разработаны научно-исследовательскими институтами, имеют важность для диагностики ранних заболеваний, в частности онкологических заболеваний. Поэтому лечебные учреждения готовы, мы вас ждем, с удовольствием ждем и надеемся, что после нашей пресс-конференции количество обратившихся для проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации значительно увеличится. Я думаю, что последует вашему призыву телезрители. Татьяна Александровна, как сегодня диспансеризация обстоит ситуация в вашем учреждении здравоохранения? Как вы проводите диспансеризацию? Активно, я бы сказала, да. И в принципе медицинские работники всех
поликлиник города, и наши, в частности, готовы организационно к проведению диспансеризации и с более большей нагрузкой, чем мы пока имеем. Но я думаю, что отпуска закончились, период отдыха закончился, и у населения есть возможность заняться своим здоровьем и задуматься о нем. Поэтому я также присоединяюсь к тем словам, которые говорила Ирина Юрьевна, и по приглашению наших жителей, чтобы они пришли и провели либо профосмотр, мы бы им провели либо профосмотр, либо обследование в рамках диспансеризации. Ежедневно в рабочие дни, в часы работы поликлиники, это с 8 до 19, я бы хотела отметить, что у меня две основных в нашей структуре поликлиники, это которая на Гагарина 20, номер 1, она так числится, и второе подразделение, это на Карла Либкнехта 15. Также в часы работы этой поликлиники с 8 до 19. По субботним дням с 9 до 15. Все службы, которые проводят обследование в рамках диспансеризации, в эти дни, в эти часы работают. У нас отработана схема маршрутизации для пациента, разработан так называемый информационный листочек, который мы вручаем каждому пациенту, который хочет пройти диспансеризацию, имеет возможность, чтобы ему легче ориентироваться в учреждении, на какой этаж пойти, в какой кабинет, часы работы этого кабинета. Ну, пока наши пациенты все как бы с благодарностью воспринимают наши вот эти предложения для них. Спасибо за разъяснение. Действительно, мы немного разобрались с темой диспансеризации, но мы видим, что за окном уже осень, а это значит, что не за горами и сезон простуд. Ирина Юрьевна, уже стартовала прививочная кампания? Да, прививочная кампания стартовала. Она у нас началась 6 сентября, и мы планируем ее закончить 1 ноября 2019 года. В соответствии с этой прививочной кампанией планируется провести охват профилактическими прививками не менее 45%. Это по Российской Федерации. В настоящее время по Ульяновской области закуплены вакцины, чтобы охват прививками от гриппа населения составил 54%. И также мы ждем активность от населения, что население проявит активность и привьется от гриппа. Спасибо большое, Ирина Юрьевна. Ну, Татьяна Александровна, как вы считаете, быть или не быть? Прививаться или не прививаться, потому что много мнений, дискуссий. Ваше мнение? Мое мнение, как врача с достаточно большим стажем, однозначно прививаться в предсезонный период подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ, потому что практика показывает, что однозначно прививки от гриппа имеют большую эффективность. Эффективность заключается в снижении заболеваемости, и у нас на территории области и города на самом деле из-за того, что большая прививочная работа проводится, последние годы не было эпидемии гриппа. А в тех регионах, где проводится недостаточно эффективно прививочная работа, можно это отследить по прессе, существует и не сезонный подъем, а эпидемия гриппа. Вот эпидемии несколько лет на территории Ульяновской области не было. Я хотела бы обратить внимание уважаемых наших слушателей, кто обязательно желательно бы должен привиться, потому что относится к группе риска по высокой заболеваемости гриппу и осложнений по гриппу. Это лица старше 60 лет, это лица, имеющие хронические заболевания, такие как диабет, ожирение, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхов и легких, хронические заболевания печени и почек. А также к группе риска относятся беременные женщины, часто болеющие ОРЗ, часто это более 2-3 раз в году. Студенты профессиональных образовательных организаций и школ, медицинские работники, работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений и лица, подлежащие призыву на военную службу. Я думаю, поняли слушатели, что те, кто в большом контакте всегда находится либо по работе своей, это сотрудники коммунальных служб, транспорта, медицинские работники, образовательных учреждений, и те лица, у которых еще либо недостаточно сформирован иммунитет, либо он уже на не очень высоком уровне. Это относится к пожилым
лицам и лицам, имеющим хронические заболевания. Поэтому однозначно прививку от гриппа максимально надо делать. Нет такой задачи, чтобы 100% населения было привито от гриппа. Но, как совершенно справедливо Ирина Юрьевна сказала, более 50% – это хорошая иммунная прослойка. Мы для себя в этом году поставили план 60% от прикрепленного населения. Я думаю, у нас удастся это, потому что уже активно очень проводим мы с выездами также прививочную работу, не только в часы работы поликлиники в поликлиниках, но и на здравпунктах учебных заведений, потому что к нам бывшая студенческая поликлиника относится, а также много уже, несколько десятков выездов сделали в организации предприятия. И там на рабочем месте прививаем сотрудников. Более 5000 на сегодняшний день уже привили население. Нам очень хочется, чтобы никто не болел. Ну и в завершении нашей пресс-конференции мне бы хотелось дать слово Нине Борисовне. Да, у меня есть еще один вопрос. Мы очень часто встречаемся с населением на предприятиях и задают такой вопрос, и мне кажется, профессионалы наши могут на него ответить. Это вопрос о том, медицинский осмотр на предприятии заменяет ли диспансеризацию? И если мы прошли медосмотр, нужно ли проходить какие-то дополнительные обследования? Ирина Юрьевна, ответит, профессионально. Или я? Могу ответить, да? Это разные мероприятия профилактические, и они направлены на разные группы населения. Профилактический осмотр предприятия, так как бы по вредности, по тем факторам, которые вредным факторам, которые находятся ну, у определенных специальностей, должностей, которые они занимают. И обследование в рамках диспансеризации и медосмотр профредника, они некоторые повторяются, а некоторые разные. Поэтому если вас приглашают после медицинского осмотра еще и на диспансеризацию, позаботьтесь о себе, придите, потому что диспансеризация на другие заболевания направлена. Если профосмотр на выявление ранее профилактику профзаболеваний, то здесь на те заболевания, о которых мы уже говорили. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Очень важно, что для нас стало традицией принимать все решения вместе с профессионалами, с Министерством здравоохранения, с главными врачами учреждений. И мы, конечно, благодарны вам за те рекомендации, которые вы сейчас дали. Мы думаем, что эта наша пресс-конференция не последняя, и поэтому хотелось отметить бы особую важность вот нашего тесного взаимодействия, которое должно стать ростом для качества жизни наших пациентов. А все наши пациенты – это и есть население нашего города. Спасибо за содержательную беседу. Мы были в прямом эфире интернет-портала ulpravda.ru. Мы желаем всем здоровья. Будьте здоровы. Спасибо.